Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like of Game и добро пожаловать на упражнение «Растение против зомби 2». Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, ну, поехали. Так, сегодня у нас будет с вами, новая карта. Вчера мы, в принципе, остановились на том, что прошли ледяную пещеру, на секунду же забыл, потерянный город, Lost City. Погнали, это инки получается, да? Да. Так, замечательно. Здравствуй, дорогой мой друг Ля-Ля Тополя. Хорошо. О, какие-то Индиана Джонса зомби. Так, ну тут, в принципе, легкий будет, да, уровень. Можно так себе даже позволить. Так позволить себе. Вот так. И луковицу давайте еще возьмем, наверное, да? И луковицу возьмем. Замечательно. Погнали, ребята. Так, что это такое? Что это дает нам? А, мы сюда сажаем солнышко, и у нас этот. И он нам еще солнышко дает. Зомби зовут. А, у нас два вляты прикольные, кстати. У нас еще и с бустом. Блин, а мне нравится эта платформа. Да, мне нравится. Так, мы вас так, судя, сделаем. Сделаем так, и вы все заморозитесь. Ой, я уже... Тогда ты мина от мин-то бесполезна, если честно. От мин тогда бесполезно. Давайте к тебе куда? Ну, сюда, наверное. Запихнем. Так, куда? Сюда вас? Тогда мины мы уберем, наверное. А вместо мин поставим вот так вас, судари. Ой, язычный будет уровень. Первый, кстати, уровень язычный, офигеть. Я даже не рассчитывал на такое. После ледяного... ледяной пещеры мира, который у нас с вами был. Это вроде смотрится язычно. Так, а зачем я все собираю, типа, уже можно не собирать, я просто по привычке уже все... Так, а луковица, ты луковица ничего не делаешь? Нет, луковица ничего у нас не делает в этом уровне. Так, монетки соберем. Замечательно. Так, можно так даже ускорить. Ой. Как прям бальзам на душе, ребят. Что это у нас? А это у нас, кстати, было подобное растение на... в первой части. Помните, оно плевалось, только водное оно было растение, которое плевалось в разные стороны при том. В первой части было такое кувшинка, типа.
Она как-то еще три стадии, смотрите, имеет. Так, 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 это мы уберем с вами. Слушай, а что у нас еще было? Что-то, а, луковица у нас была, да. Луковица. И... по-по-по-по-по. И давай вместо вот этого сделаем вот это. Замечательно. Let's go! Стартуем. Он, кстати, трех стадий, по правде. Открытый, полузакрытый и закрытый полностью. Зомби зовут. Ля ты мать, это же тоже из первой части чувак. Крушитист был. Так, вы все ближе и ближе, да? Ну давайте. Так, я мин не знаю, сюда поставить, не сюда. Так, чувак, а вы шо? Дядь, а вы шо, Как ты этот? Небезопасно себя. Блин, сюда надо было, кстати, что-то я сейчас... Замечательно. Ой, у нас 900 уже, офигеть. Жесть, так быстро дается. Мы так монетки быстро зарабатываем с вами. Сударь, сюда ставим. Сударь, вас сюда. Угу, замечательно. Блин, с этими сплитками реально вообще офигенно. Бомбезно, мужчина, бомбезно. Кстати, они закрывают, смотри, при приближении врага. А, они не закрываются, они типа дамаг получают, они закрываются, потом полностью закрываются. Полураскрытые, потом полностью закрываются, я понял. Типа становится как стена ореха. Так, тут что, мини-игрушка нас ждет? Да, мини-игрушка, походу. О, а я это люблю. Вот это, кстати, мы уже играли с вами. Мини-вулканчики. А, ты еще по две штуки бросаешь, чувак. Ля ты посмотри. Ля ты крутой. Так, тебя сюда, наверное, чувак, делаем, да? Так, тебя сюда, наверное. У вас, сударь, сюда. Так, давайте на ускорялку еще включим, чтобы побыстрее был немножко. Ну и все, в принципе, везде себя обезопасили. И давайте по второму кругу.
впихивать. Монетку забираем. Это у них даже не ведерко, а котелки, короче, которые этот пикникняк кушать готовит. Я понял вас, сударь. Котелки. Только они должны, знаете, такие немножко поджаристые быть, как на огне. А что? О, ты нифига себе лазер. Стой. Так, куда вас? Сюда, наверное. Прям самое пекло. Монетки мы тоже забираем с вами. Так вы так быстро всех убиваете, что я даже не успеваю поставить растение. Слушай, а будет интересно где-нибудь какой-нибудь мир, в котором все зомби будут совмещены между собой? Используйте Dave Strips в потерянном городе. Чё-чё? Вот так? А так пойдет. А, я понял, мне сюда нужно высадить все, смотрите, они еще загораются, видите? Походу, да, мне нужно будет высадить, чтобы еще победить, да? Я понял. Он перекинул? Шо? What the fuck? What the man? Что ты делаешь? Амин, ты тоже перекинул? Ну что только что было, ребят? Очуметь. Так, мне хватит, интересно, все. Так, я понял вас. Чувак, сейчас, дайте. Так, сюда. Так, это мы забираем с вами. Так, а ты что, ничего не делался? Так, куда вас? Сюда, наверное. Так.
Это забираем. Так, стой. А что тебе? Наверное, так сделаем. А что в данный момент произошло? Так, это мы забираем. Все, да? Угу. Замечательно. Это что нам дали? Нам дали монетки, 100 монетушек. Отлично, буст какого-то растения, буст еще какого-то неизвестного растения. Мы идем, они сказали? Что? Так ты что за пулемет? Так это какие-то катапульты. Он такой ощущение, как будто он семечками от этого стреляет. От арбузов. Так, скорость придадим немножко, товарищи. Мы забираем. Так, нет, пока. Взрывчатка, хотя она, наверное, пригодится вот здесь. Замечательно. Так, две мины есть. Слушай, а ты что делаешь, чувак? Что-то не берешься. Замечательно. Ну, уровень тоже, в принципе, был, не сказать, что тяжелый. Пока идем. Нормально. Обязательно. Так что ты мне моргаешь? А что мы не взяли? Что? Что мы взяли? Да это, кстати, моргает, смотрите. Поблескивает. А, не хотя все поблескивают, да? Блин, еще именно сюда. А, ну он, в принципе, по 50 солнышко приносит, но они, походу, быстрее. Быстрее, мне кажется.
появляются. Так, мужчина, мы вас замедлим. Вы не против, если мы вас замедлим? Так, а, ноль. Кстати, какой ноль, а шо? Приносите, давайте больше вы мне. Чувак, что ты? Мы тебя замедлим. Так, а ты ничего не хочешь? Это что? Деловой такой. Посмотрите на него. Мина одна сработала, это замечательно. Так, это мы забираем. Солнышки забираем, тоже они вам не нужны. Мину поставим, да, поставим. Ну и все, мы в принципе справимся, да. Я верю в своих ребят. Замечательно. Прям на изи прям идет, если честно, это уровень. Это карта вообще. Потерянный город прям на изи идется. Без особых трудностей. Женщина какая-то, там женщина какая-то, ребят, смотрите. Так, ну мы тебя убьем, ты мне не сильно, ты, если честно, понравился. Так, а что мы еще можем добавить? А, мы магниты не можем, да? У нас магнит закрыт же, да? Да, у нас в основном, у нас магнита, если честно, нет, у которого... забирает железяки. Было бы прикольно, кстати, бы его установить. Но мы возьмем, наверное... Наверное... Что возьмем? А, тебя они не поднимут, мне кажется. Просто они тебя не поднимут. Поэтому тебя стоит лучше поставить. Но он не сможет никого перекинуть, мне кажется, просто. Зомби зовут. Да, у меня такое подозрение, что вы быстрее даже солнышки рожаете, чем ваши обычные товарищи. Давай сделаем так с вами. Слушай, чувак, а ты сможешь интересно... Блин, я на это нажал. Успеешь подготовиться? Что вы, женщин, делаете? Дайте мне понять сначала. Что вы делаете? Вы вызываете миллиарды зомби? Нет, не вызываете миллиард зомби.
А я тогда не знаю, чем вы занимаетесь. Хотя вот сюда надо было его поставить, кстати. А что я ступил? Чувак. А он даже это перекинул, прикиньте, офигеть. А что, так можно было? Чувак, еще бронированный идет. Ему ничего не страшно. Фух, изи. Я уже говорил это? Уже какой раз? Сейчас мне стопудов какой-нибудь монстр тут зомби появится, которого я будет раздосить. Я понял, нельзя пересечь, чтобы они пересекли. Ага, мне еще и четыре растения дали? Шо? А вы не офигели? Товарищи. The zombies are coming. Ага, ты мне солнышко еще даешь. Замечательно. Так. А, слушай, они мне солнышко... Подожди, а вы временные? Что? Смотрите, мигает. Эй, чуваки, а какого фига вы временные? Так, а ты девушка бронированная, я понял, да? Так, стой, 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 стой. Ой, чувак с ведром. Так, ты перекинуть нельзя, чтоб ты... Стой, 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 стой. Убьет его? Иди, иди, иди. Они же не могут. Стой, 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 стой. А вот тут уже первая запарка. Да. Получилось. И даже не пришлось ничего пользоваться. И? Давай, падай, друг. Кстати, это временный, смотрите, офигеть.
Так, давайте посмотрим, какой уровень. Либо еще один уровень преодолеем с вами, либо на этом с вами остановитесь. 30 минут просто как-никак. Просто уровни проходятся быстро. Если еще один уровень, плюс-минус, ничего это плохого не даст. А, 10-й. Ну, давайте это до 10-й. Ой, до 9-й. Давайте до 10-й дойдем, в принципе, чтобы круглое было очко... Этот... Очко... Число, то есть, какое очко? Так, ты что у нас даешь? Я забыл. Сейчас вспомнить бы. Я не знаю, что ты делаешь. Это, походу, баррикада, только эта баррикада, короче, еще и дамажит, да, я так понял? Видите, оно острое. Сейчас мы посмотрим. Да, она, видите, дамажит еще и походу его. Эй, чувак, а ты еще и дамажишь? Как ты, надеюсь, не дойдешь, не перекинешь мне? Нормально. Так, тут, наверное, можно ускорить тогда. Куда тебе? Ну сюда давай. Так, золотую монетку забираем мы с вами. Тут ускорение можно включить. Ну, такой тоже простенький уровень. Ребят, вот на этом с вами остановимся, на легком, в принципе, уровне. Тут весь мир, в принципе, тут легкий у язычников. Не болейте, не чихайте, подписывайтесь, ставьте лайки. Кто еще не подписан, не поставил лайки, пишите ваши знатные веселые комментарии. Вот, с вами был iCubeGame, и всем пока.